Здравствуйте! Вы смотрите «Самарские новости спорта». С вами Сергей Кизоркин. Самара-арена готовится к аншлагу первой игры крыльев Советов после возвращения в Премьер-лигу. Хоккейная «Лада» проиграла первый выставочный матч. Хоккейный клуб «Лада» в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Беларуси уступила в упорной борьбе местному «Гомелю» в серии буллитов. В первом периоде команды разошлись миром, забросив по одной шайбе, во втором повели хозяева 2-1. В третьем счет «Лада» сравняла 3-3, дополнительное время победителя не выявила, буллиты точнее исполнил «Гомель», итоговый счет 4-3. Забитыми шайбами у тольяттинцев отметились Журавлев, Дубль и Сыромятников. Большой футбол стартует в Самаре во вторник, 31 июля. Крылья Советов откроют новый сезон в Премьер-лиге. Авиаторы встретятся с московскими армейцами. На матч с ЦСКА в пятницу за несколько часов после начала работы КАС болельщики приобрели более 10 тысяч билетов. Руководство Крыльев Советов сообщило, что команду придет поддержать почти 40 тысяч фанатов. Начало матча 31 июля во вторник в 8 часов вечера. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте счастливы и занимайтесь физкультурой.